Причины возникновения хронической усталости могут быть вследствие органических и функциональных нарушений в организме человека. К органическим нарушениям в организме человека мы чаще всего относим нервные, эндокринные, нарушения состава крови, нарушения в желудочно-кишечном тракте, онкологические и многое другое. К функциональным же относятся переутомляемость, стрессы, беременность и роды и, конечно же, долгосрочное употребление алкоголя или наркотиков. На всех уровнях психических расстройств можно столкнуться с астенией. Так, начиная с истощения, выгорания, то есть расстройства, при котором действие долгое время происходит при психотравмирующей ситуации, соматических астений, онкологического, эндокринного и других происхождений, органических астений при атрофии мозга, астенодепрессивного синдрома, а также, наконец, эндогенной астении, которая встречается при шизофрении. Так мы можем с уверенностью сказать, что астения является как самым легким, так и самым сложным психическим расстройством психиатрии. Если вы столкнулись с такой проблемой, обязательно обращайтесь к психиатрам. Мы, как Витал Клиника, всегда на страже вашего психического здоровья.